Итак, мы в боевой лиге. Сейчас мы играем против какого-то странного чувака. У него 71 уровень, хер знает, как он играет. Судя по шансам, он должен победить, на самом деле. Но поскольку он выбрал нуба, хер знает, что там может он сделать им. Почти все комбинации у него читаемы. Хотя этот стиль достаточно, наверное, сбалансирован. Потому что и зонинг, антизонинг. Это, кстати, первый персонаж Noob Saibot, которому... О, сейчас озвучу. Смотрите, он из дырки появляется. Так, странный костюм. Давай, говори. Ну, он все испортил. Я хотел шутку про дырку пошутить. Придурок, блядь. Слишком читаемо. Ух ты. Молодчик. Да не, это херня какая-то. Он прям как будто специально. Вообще, что-то будешь делать? Что за придурок? Будешь жестко наказан за свою. Ну-ка, у меня получится из-за угла прям. Ну это не игра, это же дурь какая-то. Просто придется его унизить тогда. Так получается. Буду унижать парня. В таком расслабоне, кстати, самый интересный. Сейчас буду просто экспериментировать, прыгать в его сторону, так же как он. Нет, он дождался моего прыжка. Да? Зачем я, кстати, наказал его, типа, броском надо было... Все, теперь я сейчас... Следующее же наказание будет уже комбо. Почему я плохо играю, так спросите вы? Все, тебе пизда. Не ожидал? Так, этот слив был исключительно из целей дружеских, типа показать ему, что есть добрые люди на планете, такие как я, чтобы он почувствовал себя стоящим игроком. Сейчас два раунда подряд, он будет очень сильно втоптан в грязь. Это не грязь будет, чтобы вы понимали, это будет нечто похуже. Это, честно говоря, ну типа это... Обоссанное говно, так бы я назвал. Вот, я обещал комбинации наказывать, а не бросками. Смотрите, раунд только начался, а у нас кто-то уже без жизни остался. Вот это называется. Зачем сейчас наказал его, хотя так тоже неплохо. Жалкие попытки. Кстати, я молодец, что переучиваюсь наказывать не бросками уже, а комбо. Противник в шоке, он понимает, что он растоптан. Зря я не достал, да? Я буду так же делать, как ты делаешь. Нормально-то? Накажу тебя как следует за это дерьмо. Во всем виноват, короче, моя некомпетентность. Я хотел сейчас телепортироваться.
Очень быстро. Сейчас его поймаю. Есть. По твоим правилам начал играть. Почему я не попал в него? Все тебе пизда. Просто ногой в лицо дал, вместо всяких комбинаций. Придурок, еще и попался. Поймал меня. Что это было? Пошел ты нахуй. Тут говна, я доминировал.